Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. Приехали, заехали в лес, мимо ехали. И решили снять медунки. Какие поля у нас здесь. Там синеется. Поле с медунками. Все зелено. Птички поют. Раньше столько не было. Маленькие медуночки. Лес зазеленел. Все зелено стало. Их раньше использовали, я сейчас не знаю, используют или нет, но раньше использовали как от горла, даже они помогали, эти медунки. Шмель нектар собирает. Шмель. Ищет. Видать, пустые они к вечеру. Нектара нету. Мало ему. Вчера смотрела передачу «Выращивают шмелей» уже. В каком-то городе, уже сейчас не помню. И выпускают их. Вот. Такие полянки. Запаривали медунки. Запаривали от чего? От горла, по-моему. И против кашля. А вот даже пчелка. И пчелка сюда прилетела. Вот она. Тоже ищет нектар. Ну, это, скорее всего, домашние сюда прилетают. Клубничка здесь тоже растет. Это от нашего села буквально километр у нас такие. Он еще вообще шмель весь прям беленький. Вот. Кустище. Еще куст, еще бачечки, пчелки летят сюда, ищут нектар. Вот. Они как
такими кучками растут. Кучки, кучки. И даже комариков нету. Вот там вдалеке тоже. Здесь когда-то были огороды. Садили картошку. Вот их городили. Столбики остались. Сейчас никто не хочет садить. Остается все так. Вот. Забежала в лес, сняла такие цветочки. Как зелено все. Зелень вообще необыкновенная. Березы какие стали зеленые, пушистые. Вот подъезжают сюда даже. Вон такая дорожка на машинах. Такие леса, лесочки. Березки. Муравейник даже нашел. И здесь клубничка тоже цветет. Вот какая лесная клубничка зацвела. А тут, смотри, муравейник. Кустик клубнички. Только капушками. Здесь маленько цветочков. Дальше пройду. О, там вообще есть синее, все синюшно, все. Трава еще небольшая. Как красиво. Красиво. Какие поляны. Здесь. Там. Кучки прямо.
какая зелень пошла в лесу. Было холодно, ничего не зеленело. Сейчас все зазеленело. Комариков мало. Ой, кто такой? Птичка какая-то. Отсюда синева видна. Вот еще вот так лесок покажу. Такой лес уже весь пушистый и зеленый. Все котлованы зарастают у нас. Еще один муравейник. Работяги. И вот они бегут отсюда. Бегут по березке. И что-то вон далеко уже забегают. А зачем они? Зачем на березку лезут? Не знаю.